И всем привет, с вами Здак, сегодня будем записывать список сериалов и вот этот сериал, вот этот. Я тут буду играть, так, сколько серий сделаем, блин, не знаю. Кстати, извините за шум, давайте нажмем лайк, я пока поставлю на стоп. Направо скажи, но я не умею Савика играть. А уж весь что? Так, я помещу. Что у нас? Что? Жан. А выключу. Так. Что-то. Вот так вот сделаю. Все. Так, я просто на вот только начал записывать. Давайте. Так, один килл есть. То... А, ну нормально. Блин. А тут дигл есть? Ну когда я сбегла. Ой. Блин. Так. У него рейдж. Это 4 убайте. Блин. Я не умею играть Савика. Я же сказал. Савика, как я сбегла. Так, один килл есть. Так, одинок. Я же говорю, что играть не умею. Вот и доказательства, что я играть не умею. Так, один килл есть. Так, да, второй будет. Где второй будет? Ой, второй. Нет, у меня рейдж, я бы не смог. А так, если бы было не без рейджа, я бы смог. Так, тут никого нету. Ой. Блин. Я стрелять не умею. Так, пишите комментарии, какой контент я записать. Так, осторожно. Тут нету. Так, осторожно, тут я схожу. Я же говорю, что стрелять не умею. Ну... Так, один килл есть. Второй, второй, второй. Так, кто-то был. Так, второй есть.
Последний остался, а давали вот читак. Ищем читака. А, нет, это не читак. Ой, блин. Ну, ставка, ставка. Вот еще при записи. Там никого нету. Давайте вот так просто. Так, смотрим тут. Ну, сейчас тут выйдет. Так, фэт. Так. Сейчас найдем. Так. Где мог он спрятаться? Было тут. Тут нету. Ладно, выиграли. Ну, почему? Ну да. Нормально тащу я. Так, 1:10. Да, вот мы снова выиграли. Извините, что я молчу. Ну, вы сами ничего скажете. Рассказывать. Вот посмотрим. Так. Так, пока никого нету. Пока никого нету. Так, никого нету. Че так тупой? Читаем вообще. Я ему все бан кину просто. Так. Пока чисто, чисто. Один хп остался. Повезло. Давай сюда. Так, один есть. За вторым пойдем. Читал. Сто процентов ночь ты. Мне больше нечего говорить. Так, что мне сказать еще? Забудет прощание. Так, остался 3 минут вроде бы. Сейчас подбилась по поводу к нему сюда. Ну, блин. Такое. Так, сейчас. Так, осторожно. Да, это изи катка. Сейчас налево пойдем. Так, есть. Ой, я думаю, что это уже игрок.
Так, осторожно, осторожно, осторожно. Да, это читалка тупой. Читай меня, не катайте. Его читай меня, не катайте. Как я не попал в него? Если бы попал, я бы читера бы убил. Ой. Я, наверное, сделаю одну катку с этим напарники, одну катку еще. Так, пошлите. Ой, сорян. Как я в него не попал. Так, решающий раунд играем. Так, его есть. А, давайте одну катку сыграем. Одна катка в напарнике. Все, идем. Не смотрите вот на это. Почему за 19 FPS? Если лагать, то я не буду снимать. Ну когда я напишу FPS Max минус 120. Вот. Давайте подождем. Сейчас отойду я, пока катка. Вот на FPS я не буду записывать. Правильно, осторожно будь. Так. Ну это чё? А, нет, ничего так. Я понял, что это читер уже. Я, наверное, тихо говорю, да? Так, осторожно, осторожно, осторожно. Килл есть. Мы даже затащили эту катку 100%. А, надо броню купить. Это русский. Так, осторожно. Ага. Так, его есть. Где второй интересный?
А, блин, просрал. Основная пистолетка, меня отыграть. А, ладно. Пистолетку не буду брать. Так, раунд. Так. Блин, это будет долго. Я играть не умею. Как ты мой тоже не умеет играть, как и я. Ну, это вообще инфа. Просто хороший напарник. Пошел. Ты чё, вообще офигел? Нафиг. Ты чё, будешь меня стрелять, блин? Если ему один раз хэдшот дам, узнает тогда. Давай, выходи. Что говорить? Я почти затащил раунд. Но это... А будете все что я новый, да? 100%. Просто пацану катку просыраю. Пацану катку. Если хотите, чтобы я свой конфиг сделал, пишите в комментарии. Может быть, что-нибудь сделаю. Потом шуму, как и я. Но я не убей, наверное. Или он. И я уже второй раз спрашиваю, ты русский? Нет. Ну. Или у них один читак? А, блин. Как? Ну это как можно? Давай хотя бы затащим один раунд. Еще учиться и учиться мне. Ну что такое? Надо делать свой конфиг. Пока я не знаю, как бинты делать. Правда. Ну, без них можно. Посмотрим, вот надеюсь.
Я пока не буду оформление делать. Просто лень. Молодец, парень. Лево, лево, лево. Не то, что хороший зажим, я правда скажу, в кавычках. И еще раз скажу, извините за шоу. По записи 70 FPS, но так нормально. Как бы. Если на высоких, то не так как будет. Пойду. Я бы не копил даже не умею. Видите? А, ну чуть-чуть не умею. Просто пойду. А, вот нет. А у тебя вставай. Ну блин, это жестко. Или этот пацан читер, или кто-то еще. Давай, айк возьму. Давайте пишите комменты, если хотите до глобала без прайма. Я буду снимать его. Окей? Есть. Ой, что-то залагало. Понял, парень. Будь осторожен. Да, я это ожидал. Ну блин, ты раньше не мог написать. Сорян. Я играть не умею. С 5-7 возьму. Первый пацан еще один. Фолтов, но трипл. Ну это мало. Thank you.
Да блин, я не умею играть. Я признаюсь. Я признаюсь, я не умею играть. Тут даже понятно. Давай, давай. Ну и победу, ну нормально. И вот прощаю. И вот я прощаюсь с вами до следующего видео. Давайте под этим видео наберем хотя бы 5 лайков. Я вылаживаю до глобала софтом или без? Или без софта? Без, до глобала без прайма. Ладно, же без прайма. Вот видите. Давайте. Если что, я скину вам мой киви кошелек. Хотите, туда можете скинуть деньги на прайм статус. Пожалуйста. Если вы их сможете. Ну всем пока. С вами был Деко. ДК или Деко. Ну я не знаю. Оформление я не умею делать. Дизайн буду заказывать. Наверное. А, всем пока.